Российские депутаты придумали, как заставить туристов соблюдать порядок в самолетах. Оборудовать лайнеры видеорегистраторами. Правда, пока использовать их в суде бесполезно. Требуются поправки в законодательство. В Госдуме к идее относятся неоднозначно, ведь переоснащение обернется ростом цен на билеты наверняка. Тем временем подобную систему безопасности собираются внедрить и в пригородных электричках. Позитивный опыт уже есть на Северном Кавказе. Главное, чтобы изображение с видеокамер передавалось не только в кабину машиниста, но и в ситуационный центр железной дороги для оперативного реагирования.